Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарано Дайам Гопиджана Самаюктам Биндаванам Манохар Банча Калпатару Вешаке Пасинду Бевача Патитанам Павуне Бхавишна Бибхьо Намо Нама Мукам Кароти Вачалам Пангум Лангхайти Гирим Ятки Патамаханга Банди Парамананда Мадва Бриндавай Тулсидев Байпиявай Кесава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Весам Тату Джайо Дире Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасьо Пракасанеча Садану Ракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхайям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Тетас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Витатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурусати Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Висфуржита Кимапикапаваду Швадарши Пурна Нурагара Сасагара Сарамурти Сарадика Майкада Кипамакараши Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Аджану ламбита бхужау канука бодату, сангитанай кавитару камула йотачу. Вишам бару дижа бару жугодхарм палоу банде ягат прия кару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Раму Раму Хари Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Диббарупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дадасинитам Бхавану Рупена Садханаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мадапхарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджаша Бадане
Лакшмирджасвача Бхакшаши, Ясасте Хиде Самби, Твам Шингамахам Бхаджи. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Ададанам стринам, дантайридам жаче, пунаха пунаха, симадрупа падам бужаддхолихи, сванг жанмо жанмани. Ададанам стринам дантай ридам жаче пунаха пунаха Шимадрупа падам бхуджадхулихи сванг жанмо жанмани. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Джагадгуру told Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что на пути Рада Анугати Рада Даси Тринад Абисунич Бхавана естественно, не может быть там никакой искусственности. Шриман Махапрабху в третьей шлоке Шикшаштаки хотел сказать нам, какие качества подлинного преданного должны быть. И вот он сказал, какие качества должны быть у того подлинного преданного, который говорит Харикатху. Каковы должны быть их качества? Чайтанья Махапрабху хотел сказать об этом, но мы не смогли осознать. Иногда мы думаем, что мы тоже можем повторить, говорить Харикатху, но забываем об этой шлоке. И вот суть в том, то, что Шрила Прабхупад сказал, если есть какое-то лицемерие, то тогда мы не сможем начать баджан. И вот у нас может быть множество дефектов и анардхи, но это не такая проблема большая для нас, поскольку мы знаем, что анардхи, мы очень запросто можем очистить их. И много раз раньше я говорил, и вот Бхагаван Шри Кришна говорит, если мы сможем служить чистым Гуру Вайшнавам, и вот если мы как сможем служить Гуру Вайшнавам, если просто и кормим чем-то или даем продукты, но не слушаем Харикатху, это не подлинное служение. Вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, служить чистым Вайшнавам значит принимать их пример, их учение в своей жизни. Это более важно. Мы думаем, что если мы дадим какое-то пожертвование Гуру Вайшнавам, какие-то деньги, то это тоже, ну, это тоже, с одной стороны, хорошо. Поскольку Гуру Вайшнавы не будут злоупотреблять этими деньгами, они используют их для служения Гуру, Кришне и Вайшнавам, но все же Шрила Прабхупад говорит, если много проблем в нашей жизни, они могут, наша жизнь может, а наше сердце может быть полно анардхи, но это не так плохо, поскольку не так все плохо, поскольку через служение Гуру и Вайшнавам. Anjusha means very easily, very fast.
И вот здесь Анджаса Джаед, значит, очень просто мы сможем. Это буквально играючи. Играючи не значит, что у нас не должно быть никакой искренности. Это не так, но вот таким образом. И вот здесь Пуруша значит Дживатма. Пуруша значит Пуруша Акара. То есть Абхимана ложного эго не должно быть у нас. Мы не должны считать себя делающими все. И вот внутри нашего тела есть два Пуруша. Один Парампуруш, Параматма, а другой это Дживатма, которая являет ложное эго, думает, что она все делает. И вот можно видеть, иногда люди пытаются что-то доказать, но это не бхакти. Хотя Рупа Госвами Пад много раз говорил нам, что мы не должны делать что-либо на показ. То есть мы не должны ничего делать на показ. Единственное, что нам нужно, это анугатия наша, искренность, никакого лицемерия не должно быть в нас. Это то, что говорит Шрила Рупа Госвами. И нам даже не нужно изучать слишком много книг, искусств и прочего, поскольку и Рупа Госвами Пад в Расамрита Синдху говорит то, что слишком много. Вот такими словами говорит, что если слишком много изучать книг, это плохо. И вот Рупа Госвами Пад говорит, что нужно следовать Гурудеву полностью, без ответвлений, и другие качества. Йоггота вичаре кичу нахи пае томаро коруна са. О Гурудев, о Прабхупад, if you like to find some quality in me. О Гурудев, о Прабхупад, если вы хотите найти ко мне, во мне какие-то достоинства, чтобы даровать мне свою милость, то тогда вы не найдете и не сможете это сделать, поскольку у меня нет каких-то особых качеств и достоинств. А если они есть, то они не полезны в Харибаджане. Что говорить о Харибаджане, это иногда против Харибаджана, которые не могут поддержать нас в чем-то. И вот если у нас есть какое-то знание и еще что-то, какие-то особые качества, если мы можем использовать их для служения гуру и вайшнавов, это первичное. Неправильно думать, что если мы можем оставить Гурудева и служить Бхагавану, это неправильно, и Бхагаван не будет доволен этим. Вначале мы должны получить милость от гур и вайшнавов. И вот в этом киртане говорится: о Гурудев, если ты хочешь найти какие-то положительные качества во мне, то ты не сможешь найти, наоборот, ты должен пролить на меня свою беспричинную милость. И вот prohibited for devotees, sannyasis, brahmacharis or any devotees, is prohibited. Only they can go through devotional books and all, in line, our line, Gauri Vaishnava line also. This way, and go on doing seva. So, rajas tamas ca satyena sattam ca upasameena ca etat sarvam guru bhakta puruso hi anjasa jaya. И вот can
then all problems solved. Then you can get green signal to start, or orange signal, maybe yellow signal. You know. So Rajo Tamo Sato all gone meaning. И вот когда раджа, тама, сатвагуны, они все уходят, а когда они есть, то эти гуны, они являются причинами, какими-то причинами, из причин анартха. Если когда они уходят, то и анартха не остаются, когда их влияние уходит полностью. Вот, к примеру, есть рыба в воде. И вот и таким образом, если воды нет, то рыбе негде жить. И вот с этими гуннами такая же ситуация. Весь мир, все 14 миров, они океан раджа, тама и сатва гуны. Эти 14 миров, это океан раджа, сатва, тама гуны, в котором мы находимся. Кто-то умирает, кто-то полумертвый. Кто-то еще от чего-то страдает, и вот, или кто-то находится в таком состоянии, что хочет показать, что совершает баджан, но Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что их ситуация такая, что они... И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что их положение более плачевно, а как? Кто-то прыгает, ну... Такой пример, что они с раскаленной сковородки прыгают в огонь, то есть разницы особо нет. И вот это часто такая ситуация наблюдается во многих вещах. Я вот говорю, но кто слушает, кто примет это и переварит, кто-то считает меня сумасшедшим, что я так много говорю, но кто примет это? Кто-то хочет обмануть меня, и много таттвы, сиддханты, Шрила Прабхупада, Бхактивинода Тхакур, я говорю об этом, но кто примет? Не все могут принять такую сиддханту, и как я могу спасти их? Иногда я, кто-то не может понять те правила и ограничения, о которых я рассказываю, и кто-то может меня превратно понять, но все же, если кто-то превратно меня поймет, они могут прийти ко мне и развеять свои сомнения. И вот, смотрите. И таким образом мы должны совершать гуру севу. Это не шутки. Есть у нас много анибхилаша. Анартха – это не большая проблема, поскольку с анартхами мы можем… То есть главное, у нас не должно быть никакого лицемерия, двуличия, поскольку если оно есть, то нет никакого решения. И если есть такое лицемерие, двуличие, Шрила Прабхупада говорит и Бхактивинода Тхакура, что если у нас нет лицемерия, то много раз я говорил об этом, что те, кто могут совершать Кришна Бхаджан, для них очень важно, чтобы не было никакого лицемерия в них. А если есть это лицемерие, то нет никакого пути перед нами. Анартхи, если есть какие-то нежелательные качества, это не такая проблема. Главное, чтобы двуличие и лицемерие не было в нас. И вот в Бхагаватам говорится, кто может совершать Кришна Бхаджан, те, кто... И вот в Шримад Бхагаватам можно найти... Акойтова, значит, не должно быть никакого, никакой склонности к обману, двуличия. И кто может совершать Хари Бхаджан? И вот Шримад Бхагаватам Прамалам, Шримад Бхагаватам Махапурана, только те, кто Парамахамсы. А кто Парамахамса? Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, тот Парамахамса, кто
Кришну и Кашарон, тот, кто полностью предался Кришне на 100%, всем сердцем, и он есть Парамахамса. То есть здесь не говорится, что только мужчины могут стать, так и женщины, все, каждый может стать Парамахамса. Но настоящее значение Парамахамса – это тот, кто на 100% принял прибежище у Кришны. Тот, у кого нет ничего, кроме Кришны. Имеется в виду, предаться может, но предаться женщины могут, но носить одежду отреченных нет. И вот те, чье единственное сокровище – это лотосные стопы Кришны. И тогда они могут совершать харибаджан, а парамхамса значит не должно быть только стопроцентная преданность Кришне. И тогда они смогут обрести вкус к настоящему харибаджану. Шрила Бхактивинода Тхакур в киртанах пишет: giving introductory speech katha, hari katha, on the topic. И вот сейчас я говорю о введении на такую тему, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад и его Радхадасья. Сегодня введение в эту тему. И вот основа Шрила Прабхупад и Бхактисиддханта Тхакур, они говорят, если так много анартхкама, кротха, лобха и прочее, прочее. И вот если все эти анартхи, враги, они постоянно нас беспокоят, как-то влияют негативно. Но все же Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, кама, кротха и прочие внешние враги. Гуру Вайшнавы, если придете к Гуру Вайшнавам, они посмотрят на вас, они поймут, какая проблема, какая болезнь у вас. И вот они дадут нам какое-то лекарство, которое поможет нам избавиться от этих недостатков. Для этого нужно следовать их наставлениям. И хотя народ там, Шрила народ там так говорит, что среди этих шести этих недостатков последнее, самое опасное, это мацарджа. Это мацарджа значит зависть, ревность, это главная проблема. Если есть такая ревность и зависть, то в них все другие пять недостатков в тонкой форме могут быть. Может, внешне мы ничего не найдем, но в этой зависти все другие пять этих врагов могут быть в тонкой форме. И поэтому Нарутам Тхакур, и вот поэтому наш Парамхамса Гуру Нарутам Тхакур, он хотел дать нам прекрасный совет через киртаны, как занять, может у нас есть анартхи, шесть врагов, кама, кротха, лобха и вот все остальные, но Нарутам Тхакур, он показывает нам, как занять их всех в служении. Кама, кротха, лобха,
И вот следующий день я покажу вам, как можно занять их, но последнюю мацарджу, зависть или ревность, народ Амтакур не находит ей никакого применения. Эта мацарджа – самый худший враг, и в этой зависти, ревности все другие враги могут находиться. И вот Бхактивинода Тхакур говорит, если я из-за этих шести врагов попал в какую-то проблему, то Бхактивинода Тхакур говорит, чистые гуру вайшнавы могут определить, какой враг внутри вас, кама, кродха, лобха, моха и все остальное, но капатата – самый плохой враг. И вот Бхактивинода Тхакур говорит, капатата – такой плохой враг, что мы не можем определить ее, это очень сложно. И как определить ее, это сложно понять. Это капатата очень опасна, много раз я говорил, что она может в разной форме прийти, иногда в форме чистоты или морали, или благотворительности. Вот это вот лицемерие может в различных формах прийти, даже в таких хороших вроде бы, и даже в последний момент жизни преданного. Это практически невозможно выгнать этого врага, такого скрытого врага. И поэтому единственный путь, я знаю, вы не следуете мне, и поэтому единственный путь, чтобы принять прибежище у чистых гуру вайшнавов сердцем, не внешне, а именно сердцем. Я знаю, вы можете превратно понять меня. Когда Шрила Прабхупад говорил, что не ходите туда, идите ко мне, иначе вы потеряетесь. И кто-то подумал, что саду, как он пытается прекратить нашу саду-сангу. Люди не понимали Шрилу Прабхупаду, но Шрила Прабхупад говорил об абсолютной истине, что если идти каким-то сахаджием, то мы просто потеряемся по пути. Но что это значит, что мы не можем ходить непонятно куда? Мы можем, но помнить надо то, что говорил Шрила Прабхупад о том, как обрести сатсангу и прочие важные вещи, мы все их должны помнить. И вот Шрила Прабхупад, он предостерегает нас от посещения всяких нечистых мест. Но Шрила Прабхупад говорит, я знаю, я сам признаю, что все 24 часа в сутки я хочу обрести сатсангу. Хотя я сам хочу обрести сатсангу в течение 24 часов, даже мое подсознание хочет обрести сатсангу. Как же я могу вас предостерегать от совершения сатсанги? Почему вы не понимаете меня? Почему кто-то думает, что Махарадж очень строг, не позволяет идти туда или сюда? А если кто-то прыгает в огонь, то как спасти такого человека? Взяли ли вы разрешение у меня перед тем, как прыгнуть в огонь? А сейчас, если вы обожглись, то и просите решение для этих ожогов, то это вот ваша ситуация. Я хочу напомнить вам, может, вы не вспомните, но я хочу напомнить вам. Шрила Прабхупад говорит, что мой Гурупад Падма, Шрила Бабаджи Махарадж, он дал мне такое великое общение. Я получил наивысшую сангу Бабаджи Махараджа. И после этого я не чувствую никакой необходимости куда-то идти, чтобы получить сатсангу. Если я хожу туда и сюда, то я просто глупый, нет сомнений в этом. Есть ли что-то, чего нет в Сиддханте Шрилы Прабхупады, о котором я говорю? Если вы обнаружите какой-то недостаток, чтобы этот недостаток восполнить, можно идти и искать это в другом месте. Но вначале нужно найти
чего ж не хватает лишь Шриле Прабхупаде. Кто-то хочет вкусно поесть и идет куда-то, но настоящая харикатха – это подлинная бандара, а сейчас подлинный пир, а сейчас мы заняты организацией какой-то еды просто или еще чего-то, невзирая на осквернение, вот, которое может там быть. Часто мы идем на какие-то компромиссы. There is Siddhanta Virudha, I am not speaking. Excellent. Some devotees asked me, Maharaj, и какие-то преданные спросили меня во Вриндаване. Мы слушаем лекции. Можем ли идти слушать там? Я сказал, идти там можете. Если вы хотите, я не могу вас остановить. Но этот человек, он никогда вроде бы ничего неправильного не говорит, вроде бы ведет себя хорошо. Но с Шрилой Прабхупадой никогда не сравнится. И это единственная причина, по которой Шрила Прабхупад хотел сказать нам о том, что мы должны зависеть от подлинного источника. И поэтому Шрила Прабхупад знал, что мы глупы, и мы должны зависеть от подлинного источника, в котором нет никакого недостатка сиданты поведения или нет любви к вам всем, в чем недостаток именно. Харикатха – это великий праздник, великий пир. Горкишор Дас Бабаджи Махарадж давно он объявил открыто везде в Навадвипе, что завтра большой фестиваль, большой пир, праздник, большой праздник, точнее, приходите. Вот люди пришли, но обнаружили, точнее, не могли найти, пришли и не заметили, что что-то готовится, что какой-то пир какой-то будет. Пришли, не видят, вроде бы ничего не готовят, поскольку обычно, если готовят, запах везде. Смотрят, только харикатха происходит, и вот это харикатха происходило, и когда это собрание закончилось, Горкишор Дас Бабаджи Махарадж пришел с сладкими, с сухими сладкими сладостями, батасал на бенгале. И вот Бабаджи Махарадж пришел с корзиной этих сладостей, все раздал, и люди спрашивают, где же бандара, где же этот пир. Махарадж сказал, что это праздник Харикатхи был, пир Харикатхи. Вот люди разочаровались, подумали, что их не накормили там, но таким образом Горкишор Дас Бабаджи Махарадж обманул их, сказал, что праздник, но с одной стороны он их не обманул, поскольку праздник Харикатхи имел в виду, а те поняли, что просто раздача еды какой-то. И вот это качество лицемерия, двуличности. А только Шри Кришна, Верховный Господь, Он может оставить за собой право двуличия, никто иной. It is the sole right of Krishna. Krishna can anytime cheat me, Krishna can block me anytime. Krishna в любой момент может обмануть нас. Это Он и есть Кришна, Он оставляет за собой все. Никто, кроме Него, не может сделать так, но те чистые преданные Парамахамса, я имею в виду преданные Кришны, Его вечные спутники, спутники Гуранги, они тоже иногда могут обмануть нас, как Горкишор Дас Бабаджи Махарадж. Шрила Бхактивинода Тхакур тоже однажды обманул нас, приглася этих киртанис Шантипура, вот сидел на асане, повторил харинам с закрытыми глазами, все думали, что вот какие киртаны происходят, и Бхактивинода Тхакур их слушает, наверное, и все вот пошли посмотреть, что происходит, но нет, Шрила Бхактивинода Тхакур обманул таким образом нас, поскольку Шрила Бхактивинода Тхакур,
Он хотел нас привлечь, как Пракрити, она привлекает, привлекает людей за запахом, формой, звуком и прочими вот этими материальными проявлениями. Шабда, например, прекрасный звук, кто-то любит какие-то красивые звуки, а Гурти Шодас Бабджи Махарадж говорил, нет, вроде киртан идет, но с другой стороны можно умереть, какие-то проститутки поют там. Но наоборот, нужно прийти. И вот можно видеть, ну, в частности, в Нуадхипе какие-то эти сахаджи из-за пассивного разделения себя как-то ведут необычно, но ничего хорошего нет. И то место, где этот лектор сидит, нужно очистить это место, нужно хотя бы на полметра выкопать всю землю там и очистить коровьим навозом и глиной с Ганги, и после, и только после этого это место более-менее чисто будет. И кого же нам слушать? И вот таким образом Бабаджи Махарадж, он пытался обмануть всех, кто двуличен, кто лицемерен. Если кто-то совершает баджан долгое время с лицемерием, то никакого решения они не могут найти. Как я уже привел пример Дакша Праджапати. И вот после... И вот этот Дакша Праджапати был сурово наказан, ему отрубили голову и прикрепили голову козла. И вот после этого он пытался прославлять Шанкар Бхагавана, но эта хвала в честь Шанкара была. Ну, более-менее красиво, но без как-то завистливо было. То есть он бы его как бы хвалил Шиву, но прославлял его, но не искренне, не полностью искренне. Но все равно зависть была у него и пренебрежение какое-то, и поэтому он опять родился в форме прачета Дакши. И таким образом, если у нас есть какое-то лицемерие, зависть, ревность, то мы не сможем достичь успеха. И если Капатата есть у нас, Капатата может призвать пратиштху, желание пратиштхи, поскольку это такое, такие вещи, которые вместе происходят. И вот если есть лицемерие, капатата, двуличие, то тогда автоматически желание пратиштхи и прочие какие-то плохие сопутствующие факторы, они тоже проявятся со временем. I told already in different form, Pratishtha, Asa, Kapadatta, in countless different form can love, can come in your life. И они в итоге осквернят наше сердце, и в нашу жизнь они могут прийти в различных формах, даже каких-то хороших, внешне. И моя просьба, не верьте вашему уму, как долго
как вы совершаете гуру-севу или так называемую гуру-севу и не достигаете успеха. И вы не должны верить вашему уму, поскольку ум может обмануть вас, он может сыграть с вами злую шутку. Этот наш обусловленный ум, почему вы ищете врагов где-то? Это глупо, поскольку главный враг он в вашем уме, и пытайтесь найти его. Великие саду, которые много харинама повторяли, я знаю их, я не хочу их называть по имени, но такие, кто не закончив лак харинама, они не вставали со своей асаны, знаю таких. И вот они, один из них очень прекрасный саду, но в итоге как-то пал жертвой двуличия, лицемерия, вот вроде на крысе харинам повторял, не вставая, годы за годами вроде хорошо с ним было, но потом из-за того, что его ум не был на 100% чист, осквернение может прийти в любой момент. Я вот не боюсь коронавируса, кто-то боится его, но все же мы должны следовать этим советам правительства, но я больше боюсь эту хроническую болезнь и лицемерие имеется в виду, и поэтому я хочу всех вас быть рядом с вами. Кто-то может думать, что я гневен, но я забочусь о вас, я не могу позволить кому-то из вас умереть, и это единственная причина. Если, услышав эту харикатху, вы пойдете слушать Шрилу Кешава Госвами Махараджа, я не беспокоюсь. Если после моей харикатхи вы идете слушать Шридхару Махараджа, я очень такая возвышенная харикатха, что я могу сказать против? Then I become expert. I'm going to express. Not that I don't like to allow. Но если вы прыгаете в огонь, то тогда я беспокоюсь. But you will have to show me. Но вы должны. As per the yardstick. Но вы должны помочь. Вы должны знать, каков стандарт был у Шрилы Прабхупады. Вы должны сказать мне и ответить, каков стандарт, установленный Шрилой Прабхупадой. Если вы не заинтересованы следовать этому стандарту, не приходите ко мне. До последнего дня моей жизни я хочу следовать Шриле Прабхупаде. Я знаю, что нет никакой другой альтернативы. Если была бы какая-то альтернатива, я, может быть, посмотрел, что там, но альтернативы Шрилы Прабхупады нигде нет и никогда не было. Если вы идете на какое-то собрание, нужно выяснить, что там происходит, кто говорит, как готовит, кто предлагает и прочее, поскольку много таких божества, которые установлены там каким-то Махапурусе или нет, кто Харикатху говорит. Ну, может, Харикатха там более-менее, но все остальное осквернено тоже, ничего хорошего. И вот если вы совершаете сатсангу, то если вы еще совершаете сатсангу, то эта сатсанга может вас ослепить и оглушить. И иногда происходит так, что под именем сатсанги асатсанга может произойти, и то осквернение, которое там есть, может как-то оглушить нас. И вот мы должны следовать учению Шрилы Прабхупады, то, что Шрила Прабхупад хотел
сказать нам, но это не значит, что мы должны слушать, что Шрила Прабхупад говорит, и не следовать этому. Перед тем, как организовать какой-то фестиваль, какой-то праздник, then you think I am a dog, I am a jackal, that's why you do. Whereas Bhaktivedanta Tirtha Goswami each and every fraction of second. Шрила Бхактивинода Госвами Махарадж или Шрила Бхарати Махарадж, они каждую часть секунды они спрашивали совета у гуру и вайшнавов. Ну вот, если кто-то организует какой-то праздник, не спросив разрешения у гуру, то это неуважительно по отношению к гуру и И если у таких людей, у которых нет даже понятия здравого смысла, то как они могут слушать Харикатху? Почему кто-то чувствует радость, слыша Харикатху, а кто-то нет? Это все из-за влияния асатсанги. Нужно знать. It is up to you. I have no right to check you. So you can do whatever you like. I cannot allow any contamination. Я не могу позволить, чтобы какое-то осквернение где-то было. Я лучше прекращу говорить Харикатху и уйду, но никакого осквернения я не могу позволить. Любая критика может прийти из-за этого в мой адрес. Но я не заинтересован в этом, поскольку я хочу доказать и показать, что такое Рададасья. И вот Шрила Прабхупад во всей своей жизни я хочу показать. Много людей оскорбляли Шрилу Прабхупаду, критиковали даже какие-то из его учеников, и то оставили его. И Шрила Прабхупад плача говорит. И вот он говорит, они так много харикатхи слушали от меня, так много сиддханты узнали от меня. Они столько говорили, сиддханты, и после этого они ушли, оставив меня. Может, я недостойный гуру, и такова причина. И вот, может, я недостаточно достоин, моя харикатха недостаточно полна, если вы идете в какое-то другое место, или недостаток в моем характере, может быть, или в поведении, может быть, кто знает. И поэтому вы идете куда-то в другое место, чтобы попасть в огонь. Ну, что я могу сделать в этом случае? Моя, она пытается всегда исказить поток Харибаджана. Много раз уже прерывалось. И поэтому, а Махарадж говорит, что поскольку он всегда говорит о Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такуре, то не все могут вытерпеть это иногда. Вот иногда часто можно видеть, что какие-то люди всегда идут на какие-то компромиссы, но Шрила Прабхупад говорит, что на пути чистой преданности никаких компромиссов не может быть.
Я, конечно, могу многое потерпеть, но если вы пытаетесь прыгнуть в огонь, то я попытаюсь спасти вас всеми силами. И вот настроение этого компромисса, оно не может быть на пути Хари Баджана. Кто-то слушает Харикатху, и я уже знаю все, что происходит. И вот когда я... И вот если кто-то действует как ачарья, то то, что должен вести себя как ачарья, и кто-то, прикрываясь смирением, ничего не говорит, никакой правды. Но это не есть тринадапи. Если просто молчать обо всем, то это не смирение. Смирение, наоборот, это показать, чтобы тот человек смог исправиться, или общество какое-то смогло исправиться. Если кто-то это не может сделать, то что толку ему действовать как ачарья? Чему же он может научить своих учеников? Хотя мы знаем, что садгуру всегда может спасти нас от неправильных сиддханты, от неправильных действий. Шрила Бхакти Вайбав Пури Госвами Махарадж очень жестко говорил про кого-то, а как? И Шрила Кешав Госвами Махарадж тоже какие-то жесткие слова использовал, чей-то адрес. И Шрила Кешав Госвами Махарадж, Санта Госвами Махарадж, они... Даже Санта Госвами Махарадж, он своих этих учеников бил деревянными тапками, если они что-то не то делали. И Шрила Кешав Госвами Махарадж был очень строг. И думаете ли вы, что у них нет тринадапи, а у вас оно есть? Поскольку вы говорите слишком сладко, это просто политика такая, чтобы обрести пратиштху. Нет, если кто-то осквернен пратиштхой, двуличием, лицемерием, и из-за этого лицемерия все идут на какую-то политику, занимается, идет на компромиссы со всем, чтобы привлечь побольше людей, но это нехорошо, это двуличие, и это желание пратиштхи. Люди могут сказать, что вот Шьям Баба очень так мяг, смиренен, но что такое подлинное значение тринадапи? Вы знаете значение этого, когда Шрила Шанта Госвами Махарадж бил своих учеников, когда Шрила Шанта Госвами Махарадж он... И это смирение с его стороны, а если... То есть смирение тринадапи, оно может в различных формах проявляться. Обусловленная душа Бадхаджива, она свобода, свободная, кто-то... Но что такое подлинная свобода? Но когда я что-то делаю, то я чувствую, что за мной Шрила Кешав Госвами Махарадж, Шрила Пури Госвами Махарадж. Если какую-то ошибку я совершаю, они готовы исправить ее. Они помогают мне исправить все это. И вот у меня нет... И поэтому я ничего не делаю от своего ума. Я помню, что Гурварга за мной. Я делаю в соответствии с их наказанием, с их указанием. Когда Шрила Кешав Госвами Махарадж сказал своему ученику, чтобы он не шел туда и не ел просад, то тот сказал: «Почему? Это же ваш старший брат в Боге». А тот сказал: «Все равно не иди туда». А когда тот все-таки пошел и пришел, то Шрила Кешав Госвами Махарадж сказал, что ему надо теперь сполоснуть рот коровы мочой и навозом и 3 дня поститься, чтобы очиститься. Но говорит ли этот случай о том, что у Шрилы Бхакти Прагьян Кешав Госвами Махараджа не было тринадапи?
Кто-то может подумать, что у него нет смирения, но нет, в этом есть подлинное смирение. Если он предостерегает своих учеников, чтобы они не шли туда, где все против Шрилы Прабхупады. Кто-то хочет доказать, что они любят Шрилу Прабхупаду, но если они также любят тех, кто против Шрилы Прабхупады, тех, кто оставили Шрилу Прабхупаду, то это глупо. И как это такое может быть? И не только это, даже один ачарья, он такой, так называемый ачарья, он другому ачарье, другому говорит винот какой-то, что получил результат, вот там-то ты можешь тоже пойти и там посвящение опять получить, хотя те уже получили посвящение в Шрилу Прабхупаду, и как я про таких людей не могу сказать, что они враги Гауди Матха и враги Шрилы Прабхупады. Те, кто... И вот если я люблю Шрилу Прабхупаду, то как для меня возможно оставить Шрилу Прабхупаду и идти куда-то, где его не уважают? Как это возможно? Это просто двуличие, лицемерие. Если мы говорим, что любим Шрилу Прабхупаду и также любим врагов Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, кто будет думать о том, что пишет какой-то X или Y винот, пускай сначала скажет, кто его Гурудев. Вот вначале всего я хочу узнать, кто его Гурудев, а потом уже будем читать его книгу. Но если он даже не боится сказать об имени своего Гурудева, то какие книги он может публиковать? Пускай сначала скажет. Чей ученик, поскольку материалисты могут написать любое количество философии, но нам безразлично их писанина. Поскольку очень часто и практически всегда такие люди пишут книги только чтобы прославиться, не для того, чтобы открыть чувство своего сердца, а поскольку это сердце осквернено практически, а просто чтобы прославиться. Иначе, если бы тот человек следовал бы Шриле Прабхупаде, он не мог бы написать такую книгу, которая полностью неправильная. И вот мы должны понять, что такое санга, когда Шрила Прабхупад говорит то, что... И вот Шрила Прабхупад говорит, мой Гуру Падпадма, он дал мне такое великолепное общение, что после него я не чувствую никакого влечения к чему-либо еще. Это было такое полное завершенное общение. И поэтому общение с Шрилой Прабхупадой, оно было полным спасибо. Или Санга Шрила Бхактивинода Тхакура, она совершенна, и нет там никаких недостатков, но все же. Шрила Прабхупад был очень недоволен, если какие-то ученики Шрилы Бхактивинода Тхакура, они занимались непонятно чем, и вот Шрила Прабхупад недолюбливал их действия. И Шрила Кешава Госвами Махарадж тоже, он был недоволен этим. И поэтому вот так вот сказал. Вот а пословица есть на бенгальском. А еще было заседание в суде, то, что Кешава Госвами Махарадж как-то назвал неприличным словом кого-то, и вот возмущались эти оскорбленные. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж сказал, что это слово «сала» можно использовать для других этих случаев. Вот падшала, например, школа, потом какая-то
гошала, коровник, например, или кухня, или еще что-то. То есть шала не значит, что это оскорбительно. И вот, и вот так Шрила Кешава Госвами Махарадж показал, что никого не оскорблял, просто те неправильно поняли. Я очень люблю, уважаю Шрила Кешава Госвами Махарадж. Я хочу обнять его лотосные стопы. Я восхищаюсь его техникой проповеди, его баджаном. В его случае даже эти судебные дела в суде и то были Хари Баджанам, а кто-то беспокоится от всего, что кто-то кого-то там назвали не так или еще что-то. Какие признаки чистого саду? Если саду даже как-то выражается не совсем красиво, то или жестко, или неприлично, но это не так уж плохо. А признак Махабхагавата Вайшнава, что они беспристрастны. А люди чувствуют какое-то обиду, если их назвали как-то не так или еще что-то. Но из-за того, что задевает их ложный эго. Вот кто-то может сказать, что Шамбаба гениален или джиниус по-английски, или джануар может сказать. Это джануар значит зверь по-бенгальски. То есть я беспристрастен ко всем этим оценкам. И вот можно посмотреть. Можно видеть, что какие-то люди заявляют, что у меня крипа патра, то есть буквально этот, милость какого-то другого саду пытаются как-то подражать во всем, но это не так просто. Имитация – это не бхакти, подражание – не бхакти. И вот один преданный сказал, always doing like businessman, speaking this. I don't like to speak his name. А вот, в общем, один ученик одного какого-то гуру Сасама сказал мне, что всю жизнь ни разу не видел, что его гурудев Харинам повторял как-то спокойно, всегда как-то беспокоился, чем-то занимался, еще что-то делал. И вот еще этот человек сказал, что Шрила Пури Госвами Махарадж, конечно, Атхикари. Как-то так пренебрежительно сказал. Что он занят поклонением всегда, и вот так и так. И вот тот преданный потом мне рассказал об этом. А я сказал, что ж вы это, беспокоитесь. А, потом Шрила Пури Госвами Махарадж рассказали, а тот сказал, что чё ж вы беспокоитесь, я думал, что у меня вообще качеств никаких нету, никакого адхикара, вот мне тут говорят, что я, конечно, адхикари, я радоваться должен, что меня признали, хотя бы, конечно, адхикари, это настроение Шрила Пури Госвами Махараджа. А еще кто-то говорит, что Шрила Пури Госвами Махарадж никогда не говорил жестко как-то, но я лично слышал, и что однажды какой-то Махарадж говорил о Расататве во Вриндаване, жил который, и вот он написал статью, я был редактором в том журнале, который издавался.
И вот я был вынужден читать эту статью перед Гурудевом. Гурудев слушал и сказал, выслушал и сказал, кто же написал это. Нет, все неправильно там. Он сказал, что выкинуть. Но такие люди говорят, что Бхакти Прамод Пуригаса Махарадж никогда ничего не говорил против кого-то, но вы не видели красоты Гурупад Падмы, и поэтому вы как Сахаджи так говорите. Я слышал от Шрилы Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджа. Однажды Шрила Пуригаса Махарадж и Шрила Бхакти Дайта Мадав Госвами Махарадж, они возвращались с проповеди и вот приехали на вокзал, на Хавру, взяли такси до Калигата. И вот договорились, в общем, по счетчику доехать, но этот водила просил 10 рупий дополнительно. Ну, в то время 10 рупий достаточно много было. И вот, в общем, потом договорились вроде бы на счетчик, вот потом приехали. Шрила Мадхава Махарадж посмотрел, сколько там накапало, заплатил, сколько нужно, лишнего не дал и ушел. И мой Гуру Махарадж, он медленно шел, и вот он пока вышел, вещи пока взял. И вот он услышал этот водитель, он как-то пренебрежительно очень грубо выразился в адрес Шрилы Мадхава Госвами Махараджа. И вот Шрила Пуригаса Махарадж превратился в льва. Он как лев так крикнул на него: «Чё ж ты тут несешь?» И все удивлены были, никогда не видели Шрилу Пуригаса Махараджа как-то в гневном виде, но это и было его смирение. Это есть Тринадапи. Когда Вриндаван Дас Такур Махарадж, он бьет кого-то по голове, то это тоже Тринадапи. Но кто-то неправильно может понять это, почему столько времени занимаю, чтобы объяснить вам. А для того, чтобы избавиться от двуличия и лицемерия в нашем сердце, у нас не должно быть никакого лицемерия, двуличия, жажды пратишти, славы, почести. Сапачарамани име хриди нате, Рагунатха Госвами. И вот Рагунат Дас Гасай, он в этой шлоке говорит, что желание пратишти и двуличие, лицемерие — это такие близкие друзья. Если одно что-то есть, то второе тоже появляется. If one is there, surely. And Kapadatti, when went to express himself as Trinadapi, и вот если это капота, лицемерие в качестве Тринадапи проявляется, то с одной стороны очень сладко, все красиво, но Махарадж пример приводит золотом, вроде и настоящее, и поддельное. А еще часто бывает, что поддельное более сверкающее, чем настоящее. Ну, иногда люди в погоне за таким блеском какую-то имитацию принимают. Иногда часто можно видеть, что какая-то имитация, подделка более... более блестит, чем настоящие, таким образом принимают каких-то фальшивых гуру, фальшивую милость, фальшивый просад и все остальное фальшивое из-за того, что они сами фальшивые, поэтому все ложное им попадается. И суть в том, если есть капатата, и такое двуличное двуличие, то люди никогда не сожалеют никаких ошибок, которые они совершали и совершают.
Кто, кто лицемеренный, двуличный человек не может, ему никогда не извиняется, не жалеет о чем-то содеянном. Хотя Шрила Бхактивинода Тхакур, он когда поет в одном из киртанов, и здесь описывается отношение садгуру и садшишьи, все, что есть, даже наш ум и сердце, все, жизнь и душу мы должны предложить нашему Гурудеву и принять прибежище у его лотосных стоп, и тогда... И вот здесь говорится, что И вот здесь говорится, что я твой, ты мой господин, а я твой слуга. А почему мы не чувствуем удовлетворения? Потому что потому что мы не Шаранагата. И если есть какое-то двуличие, то искренности подлинного Шаранагати не может быть. А такое поддельное, ложное Шаранагати очень опасно. И вот в другом киртане... Это очень прекрасный киртан. И вот после полного самопредания сейчас я стал очень счастлив. Я вижу везде трансцендентное блаженство. О Гурудев, о Бхагаван, о Вайшнавы. И вот после полного самопредания вашим лотосным стопам сейчас я обнаружил, что весь мир полон блаженства. Кто-то находит проблемы везде, но где эти проблемы? Я уже много раз говорил, вы можете вспомнить. Я молюсь лотосным стопам того Гуру, по чьей милости сегодня я чувствую, что весь мир полон блаженства. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху своей Шикшаштаке вот сначала говорит, что весь мир, он полон огня, огня всяких страданий, проблем, кто-то не может потерпеть что-то, кто-то завидует слишком, еще что-то происходит. Итак, океан страданий в политике тоже, в образовании тоже много всяких этих. Зависти, вот какой-то, например, в Индии часто бывает, что кто-то хорошо учится, то друзья его травят ядом каким-то, чтобы первое место занять вместо него. И вот в этом мире кто-то хочет получить какую-то любовь, и это глупо. И состояние материального мира в том, что нам не нужно пытаться дружить с какими-то другими обусловленными душами, если мы хотим развить ваши какие-то отношения, если вы хотите иметь, то лучше иметь их с чистыми гуру-вайшнавами и
глупость наша в том, что мы хотим найти любовь там, где ее нет. Или она какая-то материальная, ненастоящая, и в этом наша глупость. Это слово «любовь», оно неприменимо к этому материальному миру. Я не могу показать вам свое сердце, сколько любви у меня к вам, сколько любви у меня есть к моему Гурудеву, как я могу показать вам это. И также это не вопрос выставки или каких-то вещей, которые могут быть на показ. Люди, особенно посторонние, никогда не поймут это отношение гуру и подлинного ученика. И вот такие лицемерные люди, как узнать, что какой-то ачарья двуличен, лицемерен, а очень просто то, что они всегда идут на компромиссы со всем, с чем только можно пойти на компромисс. Если есть какая-то, например, обусловленная душа, вроде ведет себя глупо, а ей постоянно дают речь и еще что-то всячески выражают почтение как-то и прочее, Вот Махарадж рассказывает, что был на одной это как так называемая дхарма сабхе, хотя по факту это адхарма сабха, что пригласили какого-то старшего саду уже за 80, но слово так и не дали, поскольку президент собрания давал возможность выступить только своим ученикам, хотя ученики большей части бестолковые. Ну, в общем, тот пожилой преданный обиделся, которого вроде бы пригласили, но возможность выступить так и не дали. И это, если кто-то делает так, то это проклятие для ачари. Лучше уйти домой, совершать свой баджан, но никак не пытаться вредить гуру и вайшнавам, это очень опасно. И весь мир, он занят с этим состраданием, кто-то, не состраданием, а жалением о том, что кто-то славы мало получила, кто-то еще что-то, кто-то вот жалеет, что что-то сделать не успел, и вот они жалеют постоянно о чем-то, о несбывшихся мечтах. Но Бхагават Дхарма, пытайтесь слышать, откройте ваши уши, часто можно кто-то слеп и глух. Нирмат Саранам Сатам Джава Дхарма, Вайшнава Дхарма, Санатана Дхарма. С лицемерием мы не можем совершать ее, следовать ей. И вот Кришнадас Кавирас Госвами пишет Шри Чайтанья Чайтамрите. И вот дхарма, артха, кама, мокша и все остальное. Blind people. Still they are like, okay, Maharaj, okay. Reconciliation. You should not act as. Speak Harikatha. Because you are running for
И вот если кто-то постоянно идет на компромиссы совсем абсолютно, то это нехорошо. Вот Радхарани, например, никогда не идет ни на какие компромиссы, даже с Чандравали, не то что с какими-то демонами. Радхарани никогда в своей жизни такого не делает, никаких компромиссов. И вот читание Чайтамрити Ади Лили. И в первой части. И вот в Гаудия читание Чайтамрити, Гаудия читание Чайтамрити версии Гаудия Матха нужно ее изучать, чтобы там можно найти подлинную Сиддханту. И вот там в этом стихе говорится. Агьян-тама значит... То есть, если кто-то говорит что-то плохое про Гаудия Матхи, нашу Гуру Варгу, это значит, что человек в невежестве. И вот из этого невежества такое лицемерие возникает. И вот это невежество. Вот в форме дармы, артхи, камы, мокши приходит. Вот Махарадж о дарме говорит, это такой обычный дарме. Но атма дарма — это бхагавад дарма, но не все следуют этому. Дарма в этом стихе значит обычная дарма, у которой нет связи с санатана дармой. И вот если я буду говорить о Рай Рамананде и его дискуссии с Махапрабху, я более подробно остановлюсь на этом. И мы не должны перепрыгивать через какие-то важные ступени баджана. И вот артха здесь значит то, что чем мы можем наслаждаться. Хотя в словаре артха значит деньги, но опять же также это значит какие-то цели, достижение каких-то целей. И вот дхарма, артха, кама, обычная кама, скверная кама, мокша. Мокша значит освобождение. Кто хочет обрести освобождение, кроме майавади? И это зовется кайтав, эти лицемерие. И эти четыре вида лицемерия, все они могут разделиться на различные формы. И вот смотрите на ваше положение. Пытайтесь обнаружить ваше положение, где... А почему Прабхупада Сарасвати говорит так? Гурупад Падма, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж часто говорил так. Калаха Калир Валина Индия Вайри Варга. И вот это время, это Кали-кал,
И все наши органы чувств, включая ум, они не под нашим контролем, постоянно нас как-то беспокоят и тревожат. И, а путь преданности, он усеян всякими колючками опасными. И куда бы я ни наступал, то как в лесу Вриндавана можно идти и видеть, что эти колючки на каждом шагу, куда ни наступить, можно уколоться и потом извлечь эту колючку, потом идешь, опять наступаешь и... А кто-то думает, что все везде хорошо и так попадает в различные ловушки. Преданные, они не думают, что это вот их деньги, они думают, что это деньги Кришны, и используют их должным образом. И вот Кришна Дас Кавирадж Госвами говорит, дарм, артха, кама, мокша, оно все есть, но мокша, среди них мокша, это безличное освобождение. А это самое лицемерное, это мокша, поскольку если такие люди, ну, имеется в виду мокша, которая слияние с безличным брахманом, то есть если люди, то есть это освобождение от всего, даже от Кришны, вот такая мокша имеется в виду, та, к которой стремятся майваде. Антрадьян значит с этим исчезновение. И вот эти нирвишешвади, имперсоналисты, они подобны самоубийцам. Атмагати. Те, кто вот стремится к самоубийству, но с такими этими усилиями, вот все эти майвади, они подобны, они не подобны, а стремятся к самоубийству, и они никогда не обретут Кришна Бхакти. Я уже сказал вам, что лицемерие у нас не должно быть никакого двуличия и лицемерия, только Паракилешвара, Бхагаван Шри Кришна, он имеет на это полное право. Я могу пример привести. Когда Путана пришла во Враджа-даму, чтобы убить Кришну, то Кришна тоже захотел пошутить над ней. Хотя мы знаем, что где Кришна, там нет никакой майи. Тут здесь и Кришна был и Путана в форме майи, но мы не знаем такую сиддханту. Если Кришна одобряет что-то, чтобы показать свою лилу, например, он может майю позвать, чтобы явить какую-то лилу, и таким образом это происходит. И вот это влияние йога майи, иначе Путана не могла бы прийти к Кришне. Это просто игра. И вот Путана пришла в Нанда Баван и взяла этого ребенка на руки, очень в красивой форме пришла, даже на небесах таких красавиц не найти. И вот хотела показать, вела себя как мать, которая любит своего ребенка. Это Путана, и вот она пыталась накормить Кришну, а Кришна еще более лицемерил, что «О, ты пришла в форме матери, чтобы накормить меня, хорошо, я приму тебя». И Кришна начал сосать молоко с ее груди и с этим молоком выпил всю жизнь этой Путаны, всю прану, и это... Путана начал кричать: «Оставь, оставь меня, отпусти».
я вот эту шлоку уже повторял. Я много раз уже повторил эту шлоку, и вот Путана и Путана приняла свою естественную форму, форму ракшаси такую огромную, и вот это лицемерие, это право Кришны, только Кришна может двуличить и лицемерить. И когда сахаджи говорят, что какие-то преданные как-то лицемерят с Кришной в Бхагаватам, мы находим еще и благо какое-то обретают, но нет, это очень редкие случаи. Кришна, он для того, чтобы насытить свою Балья-лилу, он так сделал, но не пытайтесь так это делать, это сахаджи только делают. Как сахаджи говорят, что Раван пытался похитить Ситу, когда Сварупшакти, это возможно было ли для Раваны похитить ее? Но вы знаете, Кришна, Джатила, Кутила, Абхиманью, Праврити, и Кришна иногда с Джатилой, Кутилой, Абхиманью, Праврити, и еще кем-то, они эти отвернулись от Кришна Бхакти, они... И вот Шрила Прабхупад всю свою жизнь, если мы изучим его жизнь, то мы найдем, что он подобен Радхарани, как Радхарани было занято в том, чтобы обманывать обычных людей, ну, имеется в виду своих родственников, мужа так называемого, тещу, джатри на санскрите, родственники. И как она была занята с Кришна-севой, как она все время непрерывно была занята с Кришна-севой, всегда и везде, Радхарани. Она думала о том, чтобы Кришна был полностью доволен ею. Иногда, если мы ведем себя как-то лицемерно с Кришной, то это очень опасно. Мы можем делать это, но более опасно, если вы с Ашрой Виграхой это делаете. С Вишой Виграхой Кришна имеется в виду. Так или иначе, если вы как-то что-то шутите или что-то ведете себя плохо, недостойно. То Кришна. То Кришна может вас как-то простить. Вот как в этой шлоке. Я знаю, если у вас есть желания какие-то, я не могу отказаться от вас. То есть какие-то посторонние желания могут быть, но если вы лицемерны, двуличны, то это из этого Кришна и Гуру не примут нас. У всех какие-то желания есть, конечно, могут быть они, но все же Гуру Вайшнавы могут помочь нам совершать Харибаджан прямо или косвенно. Они могут пытаться помочь и занять нас в баджане, и вот Акама или Сарвакама. Есть Акама, и, то есть тот, чье сердце полностью чисто или оскорнено желаниями, но и вот Акама, значит, нет желаний, Акама, Сарвакамова, значит, полно всяких желаний в сердце, но все же мы можем совершать Харибаджан и в том, и в другом случае под руководством чистых вайшнавов, и мы должны слушать Харикатху. Я могу прикоснуться к шалаграмму и пообещать вам, что вы избавитесь от влияния майи. Но если вы двуличный, лицемерный, то что я могу сделать? И вот Акама — это хорошо, если у нас нет желаний. Сарвакама, если множество желаний тоже пойдет.
проблем особых нет. Мокша-кама, даже если есть мокша-кама, желание освобождения, и все равно, если такие люди слушают Харикатху, совершают киртан, то очень скоро они обнаружат, что все проблемы кончились. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами пишет «Читание Чайтамрити». Что если много желаний, то Кришна… И вот мы должны изучать Бенгали, кто-то вот занят чем-то другим, но очень полезно изучать Бенгали. И вот Махапрабху говорит Санатане: «О, Санатан, обусловленная душа, у нее могут быть различные желания, хорошо, главное, чтобы лицемерия не было. Кто-то то хочет, кто-то иное, кто-то есть, много любит, кто-то еще что-то. Но желания могут быть, в этом не проблема. Проблема в лицемерии и двуличии. И Кришна, читание Чайтамрити, Кришнадас Кавирадж Госвами говорит о настроении Кришны. Когда кто-то поклоняется Кришне, любит Кришну, не на 100%, но как-то хотя бы как может. Но Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, Кришна говорит перед преданными, что такой человек глуп, а я Вигья Пандит, я лучший из пандитов среди всех бесчисленных вселенных, а этот глупый человек просит каких-то скверных мелочей, как я могу это даровать ему, и Кришна говорит об этом. Это настроение Кришны, Махапрабху также говорит об этом, Кришна Кохе и Мурха, что этот глупец, он просит таких незначительных вещей. А я лучший из пандитов. В этом киртане также можно найти молитву Гопинатху. О Гопинатху, ты лучший из пандитов, но что же ты не знаешь? В бесконечном мире, в любом языке Кришна может. А вот Кришна, он знает язык всех животных, и Радхарани иногда спрашивает у Кришны, вот, с кем ты говоришь, вот с птицами. Кришна может говорить на любых языках, любых животных, птиц, на любом языке, бенгали, санскрите и прочих. И вот он может даже на языке рыб говорить, и всех остальных Кришна, все языки понимают, он есть Кришна. И вот Кришна, он поймет наш язык, нашу бхаву, наше чувство, он в нашем сердце. И вот Кришна говорит: я пандит, а кто-то вот глупец и просит каких-то низменных, мелочных вещей. Но это не случай с чистыми преданными. Чистый преданный не должен просить всякой ерунды. Кришна хочет… Кришна хочет отплатить нам за все наше служение. Кто-то хочет денег, и Кришна с радостью дает ему деньги, а не преданность. Кришна очень хитер, он хочет всегда быть в расчете со всеми.
кто-то совершил какое-то служение, вот возьми оплату, но это неприменимо к... Ну, к чистым преданным это неприменимо. Почему я начал с этой шлоки? Поскольку Рада Анугатия, она в этой шлоке. Вот это секрет Рада Анугати в этой шлоке и также множество других сокровенных вещей. В следующий день я буду говорить об этом. И вот вы знаете, Кришна говорит, что зачем я должен говорить какие-то, зачем я должен давать какие-то мелочные мирские вещи этому человеку, это, поскольку это станет причиной проблем в его жизни. И Кришна вот говорит, зачем я какие-то материальные вещи буду давать, если они их просят. И вот Кришна говорит, зачем я должен давать какие-то материальные вещи, как я могу исполнить его желание, поскольку материальные желания в итоге кидают человека в океан страданий. Лучше я дам ему нектар, исходящий из моих лотосных стоп. Когда и когда этот человек поймет величие и красоту лотосных стоп Кришны, он поймет, что он был глупый и стремился к какому-то яду, а не нектару. Но Санатан Гасай для примера нам. И вот Санатан Гасай говорит так. И вот Санатан Гасай хотел. А он дал нам вкус, лотосных стоп Шри Кришны, Чаранамрита, омывший его стопы. И вот Шукадев Госвами отправился в лес и сказал, и он говорил, что был занят в безличном брамане. Я был занят безличным браманом, но когда я услышал об этом нектаре Шримад Бхагаватам, я хотел услышать еще и еще. И как и Махапрабху в Гамхире, я могу об этих сокровенных вещах говорить. И вот когда Сваруп Гасай, он прекратил петь, то Махапрабху сказал: «О, Сваруп, продолжай, я хочу слышать больше и больше». Но тот сказал: «Нет, не сейчас. И сейчас, если я буду говорить, Говинда разгневается, лучше завтра я приду». И Махапрабху говорил Сварупу: «Не останавливайся, я хочу выпить этот нектар, меня мучает жажда». И Махапрабху говорит, что знаешь, и вот Махапрабху действовал так: если мы по-настоящему обретем амриту, нектар, то почему мы бегаем здесь и там в какие-то другие места, это подобно самоубийству. И вот Махапрабху действует так очень хорошо, очень прекрасно. Амрита, она нектарна, что если вы получите хотя бы каплю нектара, то вы не сможете оставить ее. Если хотя бы каплю нектара вы обретете, то вы уже никогда не оставите ее. Всю жизнь вы будете слушать эту нектарную харикатху, воспевать харинам и танцевать, совершать киртаны.
Но каково наше положение, каково мое положение? Какой стандарт Шрила Прабхупад хотел показать нам и что мы видим? И вот Амрита, Бхагаватамрита, Кадхамрита, она настолько нектарна, что Махапрабху, он благословил Санатан, о Санатан, и Рупи Госвами также. Он сказал, о Рупа, о Санатана, возьмите эту каплю нектара и попробуйте их, попробуйте эту каплю нектара, вы сойдете с ума от ее великолепия, от ее вкуса. И наш Шукадев Госвами также получил вкус, поскольку Шукадев Вьясадев Госвами, он отправил своего ученика, чтобы тот повторял стотру из Бхагаватам и тем самым привлек внимание Шукадевы. В этом мире майя всегда пытается применить нас с помощью сабда спарш, с помощью этого звука, осязания, прикосновения и запаха и рупы красоты. И вот этими вещами майя нас привлекает. Я пример приведу, я думаю, его больше, чем достаточно. Он дан Кришной, Удав Махараджу. О, Удав, те олени, они бегают там и здесь, чтобы вдохнуть аромат кастури. Кастури настолько великолепно пахнет, что олени, они бегают, ищут, откуда этот запах. Иногда этот олени, они бегут в поисках воды, но в пустыне часто бывает, что им кажется, и они бегут за этим миражом, и чем больше этот олень бежит, тем больше обнаруживает, что бежать еще дальше, и воды нет, только обман, и таким образом эти олени умирают от жажды. И Кришна говорит, те особые насекомые и раньше, точнее, вот перед Калипуджи, в конце картики можно, с середины картика до конца можно найти какие-то особые насекомые, очень любят свет, огонь. Я непонятно, откуда они появляются, но тысячами летят на свет и на огонь. Они не могут не лететь на свет. И так они летят, если огонь, то попадают в огонь и сгорают. Рыба. Она приманивается приманкой на крючке и попадается так на удочку. И вот когда эта рыба глотает приманку, то там крючок, и она попадается таким образом. И так это становится причиной смерти рыбы. Рыба хотела насладиться вкусной приманкой, в итоге ее саму съели. И вот Джагадананда пандит, он описывает, что кто-то вот... вот Джагадананда пандит описывает, что кто-то, если из-за побуждения языка стремится... А те, кто слишком привязаны к еде, то не смогут обрести Кришну. То есть, если любит поесть кто-то любой ценой, то это плохо. И вот Джагадананда пандит говорит, что те, кто ради еды скитаются там и здесь, то такие люди никогда не обретут Кришну.
И вот те, кто гонимы побуждением живота и языка, кто-то однажды Шрила Бхактидайта Госвами Махарадж после Гора Пурнимы обнаружил на этот праздник Джаганнатха Мишры. Вот пришли всякие молочники, гоши с деревни близлежащих брахмачари, раздавал. Потом Мадхав Госвами Махарадж смотрит, что драка идет какая-то, что случилось. И вот Мадхав Госвами Махарадж пошел смотреть. И вот он смотрел обычно, чтобы всех накормили как следует. И выразили почтение всем. И вот Мадхав Госвами Махарадж пошел, спрашивает, что случилось. И вот сказал: «О, Гуру Махарадж, смотрите, они тут поели, еще имеют наглость принести». А еще они тут кастрюли принесли, чтобы домой еще побольше просады утащить. А Мадхав Госвами Махарадж сказал: «Ты вот смотри, ты голоден? Нет, я тут наелся, все, больше ничего не надо мне. Ты еще хочешь поесть? Не хочу. Наелся достаточно. Тогда что жалеешь? Если хочешь поесть, поешь сам. Не хочешь, так отдай им, пускай не несут параману другой просад к себе домой, там раздают это просад, это милость. Если они будут раздавать этот просад дома, то там дети, их дочки, друзья и прочие примут этот просад и получат милость. А кто-то наоборот диабетом болеет, ничего есть сладкого не может особенно. И отказывается от просадом под видом диабета или там еще чего-то. Но... А еще можно наблюдать такие люди, как хамелеоны. В зависимости от ситуации меняют свои убеждения, свой сахарный диабет на какие-то другие болезни, чтобы что-то есть или что-то не есть в определенной ситуации. И вот таких примеров много. И у меня есть множество примеров, чтобы показать красоту Хари Бхаджана. Я никогда не слышал, я был обманут, но все же... И вот Махарадж говорит, что в жизни Кешава Госвами Махараджа, Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура я могу привести тысячи примеров. Их милости, это Амаяй Крипа зовется, когда они сами даруют нам свои милости, это есть подлинная милость. Я много примеров могу привести этого, как различными способами Шрила Прабхупад хотел вот обмануть каких-то людей или преданных даже. Кто-то к деньгам слишком стремился, кто-то к славе, кто-то к признанию, и вот Шрила Прабхупад давал им это все. И это основа. Рагануга Бхаджан. Рупануга Бхаджан – это наивысший, наилучший, это секрет Рупануга Бхаджана. Знаете это наверняка. Это зовется... They can play very nicely.
И вот я могу примеров еще привести с Лилы Шрилы Прабхупады, как он говорил те или иные вещи, почему он действовал так или иначе, и для многих это запутывало многих. И те, кто Рагануга или Рупануга Бхакты, их настроение, их поведение сложно понять. Их настроение иногда слишком запутано, что мы не можем понять это очень так непонятно, что они хотят сказать, сделать или еще что-то. А почему? Потому что мы только внешне судим их по их действиям, но внутреннее настроение, в чем не всегда можно понять. И вот секреты Рагануга Бхаджана, Рупануга Бхаджана, пытайтесь слушать и не забывайте. Снова я предостерегаю вас, и если вы хотите игнорировать меня, то я забуду вас. И вот я хочу, чтобы мою харикатху слышали какие-то достойные избранные люди и те, кто по-настоящему заинтересованы. И вот мы всегда должны пытаться занять себя в подлинной анугате, чтобы мы смогли получить сокровенное сокровище Бхаджана, понимаете? Не будьте заняты всякой астрологией, астрономией и прочими вещами. Если вы... И вот я пример могу показать, что астрология может быть против Кришна Бхакти. Однажды Шрила Прабхупад был достаточно мал, один преданный попросил его, чтобы тот посмотрел и сказал, когда я тут умирать буду. И Бимала Прасад посмотрел, сказал, ну давай, посмотрю. И сказал, вот в таком-то году, в таком месяце, в такую неделю, в такое число, в такое время, и он сказал, и Бхактинода Такура узнал об этом, что Бимала Прасад предсказывает этим преданным о их там, о том, когда они помрут. И тот отругал его, сказал, зачем ты сказал ему, когда он умрет? Почему ты так все подсчитал, предсказал? А что делать? Он просит, можешь... Это не значит, что можешь говорить все, что просят. И Шрила Прабхупада с тех пор, как Бхактинода Такура его отругал, тот никогда больше не какие гороскопы, руки и не смотрел. Будьте уверены, по милости Гуру Вайшнавов, вы сможете изменить ваш гороскоп. Вы можете изменить линии на вашей руке. По милости чистой Гуру Вайшнавов это все может измениться. А если вы так привязаны к всякой астрологии, то... Но это не совсем хорошо. Я могу проверить вашу удачу, посмотреть ваши руки, почему вы ищете какие-то другие решения своей жизни. Можете делать, я чуть-чуть могу помочь вам тогда. И вот скоро Пурушоттам Врата начинается, но так это очень обширная тема о Рада Даси, Рада Анугати, которая показана Шрилой Прабхупадой и предыдущими ачарьями, вся сокровенность Сиддханта там, если вы можете помнить,
то я хочу прикоснуться к лотосным стопам Гуру Падмы и достичь успеха, но не каждый может поверить, что это Харикатха может помочь нам достичь успеха. Ададанастринам дантайридам джаче пунаха-пунаха симадрупа падамбуджа дхулихи шванг джанма-джанмани Вишобхану шутада итану чарам чаранасита рену дарастамахам Махатадбута павана шакти падам панамами шада Прабхупаду падам панамами шада Прабхупаду падам панамами шада Прабхупаду падам Ванчакалпадурвасакипасиндабхавача патитанам павана бхавашна пьо намам.